31 августа запомнится жителям 15-го проезда в Иванове страшной трагедией. Хотя изначально день должен был быть праздничным, горожане собрались на торжественное мероприятие в честь микрорайона «Меланжист». Незадолго до начала веселья 42-летняя женщина выбросила своего маленького сына с 7-го этажа, а следом прыгнула и сама. Вот здесь сидела на лавке и гляжу, люди бегут туда, говорю, куда же народ-то бежит? И я поковыляла со своей ногой. И вот увидела, мальчик лежит. Она лежит вниз лицом. Кровь у нее тут, у лица. И мать, и двухлетний Ванечка скончались на месте. На момент трагедии в квартире они были одни. Мужа и старшего сына дома не было. Обычная, ничем не примечательная семья, говорят соседи. Во дворе с малышом гуляли и мать, и отец. И муж у нее гулял. Вот здесь он все на качельках качал его. Муж-то хороший у нее, не пьющий. Я не знаю, чего. В отношении погибшей возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить, что толкнуло женщину на столь жестокий поступок. Сообщается, что незадолго до случившегося подозреваемая проходила лечение в психиатрической больнице. Реабилитация может понадобиться самой подозреваемой. Потому что, хотя ее нет, но имя, доброе имя каждого человека тоже должно получить оценку. Если эта женщина сделала в состоянии болезненном, то, естественно, она не может быть. И не должна была быть поставлен вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности. Потребуются, естественно, реабилитирующие меры. Помутнение рассудка или осознанный шаг – это предстоит выяснить следствию. На место трагедии ивановцы несут цветы и мягкие игрушки. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.